Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Давно не появлялся в эфире. Сейчас лето как бы не до этого. Много роликов поудалял. Не нравится, как снято. Над камеру какую-нибудь другую хорошую. Кому интересно, кому не интересно, там смотрите, не смотрите. Это как бы ролик, отзыв для AliExpress. Хочу собрать грузовик в 14 масштабе. Сам грузовик еще не пришел. Пришел каркас и тент на него. Вот в такой упаковке скотч. Как тубус был замотано. Вот в пупырку. Еще одна пупырка. Ну, сверху. Это тент. Довольно сносный. Не буду разворачивать. Потом, если соберу, когда грузовик, может быть, сниму ролик. Но он такой, наверное, с этот вагон. Грузовик будет 14 масштабе. Ну, тут такой паспорт с ним идет. Болтики. Ну, вчера все развернул. Болтики посчитал, все шурупчики. Вот. Все комплектно. Такие наклеечки. Вот это я понимаю на тент. Это на брызговики. Вот. Хочешь такую клей? Хочешь такую? Но здесь только вот этот каркас и тент один. Если брать на прицеп, то они так же. Я вообще не знаю, буду я прицеп брать или нет. Вот хочу собрать такой грузовик в 14 масштабе. Вот такая инструкция на китайском. Все понятно, в принципе, интуитивно. Вот. Вчера по инструкции посмотрел, ну, детальки все посчитал, все комплектно. Вот. Боялся, что упаковка слабоватая. Нет, все ровненько, все доехало. Не знаю, буду что доставать, нет. Вот такие это металлические алюминиевые запчасти. Упаковано все хорошо. Вот. Захотел собрать головняк. Вот теперь нужно думать. Тут же грунтовка на алюминии нужна специальная, чтобы потом краска не отваливалась. Вот. Вот так все упаковано. Все комплектно. Продавцу спасибо. Задержка отправил. Я ему написал. Оказывается, у них там наводнение сильное в Китае было. Где-то 2-2,5 недели назад. Там половина страны у них чуть не смыло. Ну, это я, конечно, может, преувеличиваю. Полез, погуглил новости. У нас просто это не афишировали в России. Да, в Китае было наводнение. Вот. Заказал позже, чем сам грузовик. Грузовик еще не приехал. А каркасик уже на месте все. С тентом. Большое спасибо продавцу. Все аккуратненько, все упаковано, все приходит. Так что продавца рекомендую.